Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Карии Вестовой. Композиция называется «Мантра счастья». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». О Бог земли, неба, всей вселенной голубой, все твоей подвластно воле, и смиренный голос мой. Так пошли же мне удачу, пусть священной мантры слов повторят со мною вместе все, кто знает слово Бог. Так пошли же мне удачу, мантры слог повторят со мною вместе все, кто знает слово Бог. Не прошу, Творец вселенной, для себя даров твоих повторяю мантру счастья. Я во благо всех живых, пусть поникшие в печали вновь отыщут счастью путь. Все, кто болен и страдает, пусть здоровье обретут, пусть поникшие в печали вновь отыщут к счастью путь. Все, кто болен и страдает, пусть здоровье обретут. О Господь, пусть воцарится мир на матушке земле, пусть добре прибудут люди и не ведают о зле. Дай познать, что мы едины, для чего нам враждовать? О Господь, прошу о мире, низвожди нам благодать, дай познать, что мы едины, для чего нам враждовать? О Господь, прошу о мире, низвожди нам благодать, пусть цветет бессмертной розой мантра счастья на уста, пусть твои народы живут, позабыв про боль и страх. Пусть деревья, травы, рыбы, птицы, звери, человек породнятся в Божьем братстве, процветающем вовек.
деревья, травы, рыбы, птицы, звери, человек. Продняться в Божьем братстве, процветающим вовек. О Бог земли и неба, всей вселенной головой, все Твоей подвластно воле, и смиренный голос мой. Так пошли же мне удачу, пусть священные мантры слов повторятся мною вместе. Все, кто знает слово Бог, так пошли же мне удачу, пусть священной мантры слов повторяй со мною вместе. Все, кто знает слово Бога. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», «Мантра счастья», стихи Кари Вестовой, музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».